Да гулять. Ну-ка, скажи что-нибудь. Что-нибудь. А ты себя на стриме слышишь? Я просто не пойму, я вроде... Да я его не включала. Я вроде настроил, но тогда на записи слушал, смотрел, тебе не было слышно. Тогда я что-то слушал, что у меня было очень тихо слышно. Не, вот сейчас должно быть нормально слышно. Вроде бы, по показателям. Когда прогрузится, зайду посмотрю. Угу. Только когда на браузер переключаю, он дольше. Это понятно, да. Есть такая хуйня. Иногда вообще с ошибкой выкидывает. Угу. Так что лучше не мешать. А ты уже там? Да заходит сейчас. Вы там в стиме даже какие-то мне за гринт дали. Ну... Я там в принципе большинство, там трех ачивок мне вроде не хватает. Каких-то скрытых. Интересно. Надо перепройти игру, чтобы их получить, да? Ну я тебе говорю, я... Да не еще 700, я там постарал, как для ачивки. Там вроде бы одновременно, да и с Трисой, с Йеннифер намутить, чтоб... Это ачивка одна из-за. Получилось, там еще что-то надо было сделать. Там, в общем, три скрытых ачивки там не показано, там тупо вопросики. Какие еще две, я не помню. Ну, тоже что-то с этим, наверное, походу, дело связано. Потому что я ни с кем не мутил, ни с Трис, ни с Йеннифер. За два прохождения. Нет. А нахуя? Когда Лютик-то есть? Кто? Лютик. Ну, Лютик со своими бабами там, знаешь? Покапокаус. И пизда это будет. У него ж там целый список, ты же видела. Смысл кого-то из выбирать, когда вон целая куча есть. Охуни, блядь. Так и Ильхали кого-то еще погребет, я уверен. В смысле, не пойму, по голосу-то пойму. Я до такой степени не напиваюсь. Ну, они под моим же упокоением. У меня всегда есть факел с собой. Или погоди, в Ведьмаке есть факел или нет? Что-то забыл.
Не, мне кажется, есть. Ладно, вместе с факелом будет этот, и гни. Должен быть факел, потому что... Возможно, я путаю с лавкой, потому что там точно есть факел. Кстати, а мы на чем остановились? Угадайте. А, точно. А мы прошли? Погоди, а что мы взяли в итоге? Что у тебя там? Офис, транспортный склад. Этот. На сколько у тебя сейчас? Или у тебя сейчас ничего нет? Не, на личности сколько? И ни в банке, ни на руках, да? Нихуя себе. Пятьсот тысяч? А, 500 бакс. Блин. А терабайт там, глянь, сколько стоит? На Востоке. А на скидок? Скидок сейчас нет на него, да? А в сессии сколько у тебя доходов? Ну я к тебе. Что я до сих пор фургончика нет. Не находил, то есть. Еще работает? Кто? Фургончик. Так это ж из обновления, это на ограбление. Он всегда будет. Да. Пока ты его не найдешь, он где-то катается. Но вообще он должен где-то неподалеку распаться от игрока, но при этом должны быть вот такое условие соблюдено, это что там в сессии должны быть три игрока, которые выполняют ограбление, ну, подготовительное, наверное, казино. В общем, должно быть хуже. И вот рядом с кем-то этот фургон исправится. На карте он, естественно, никак не отмечается. Тупо либо на мини-карте там синяя точечка, либо так ты смотришь на фургоном стрелка синяя, такая полупрозрачная. Блять, тогда два раза их подряд встречал и так жестко протупил, надо было в них сесть. Да я не, они выглядели или именно что так, как эти, когда на предприятии от мотоклуба нападают. Ну, хочешь, получи. Почему? Так и ты, лям, получишь 3 баксов. 3 тысячи. Да, понятно. А у тебя, кстати, да, погоди, что 12? Мы же тачку доставили, так не продали, да? Просто за тачку тебе бы 80 сейчас дали бы. Дам бы кулдаун пошел бы. Давай, знаешь, как делаем? Ты организацию создай. Сходи в офис, вызови там задание на доставку тачек. И... Кстати, по пути меня убей. Потому что там 20 тысяч надо во всяко.
Не, на эту. Сейчас, короче, на 5 минут отойду. Я возле своей хаты буду на улице. I said that? Yes, you did. You called for mandatory gastro bans for all large Americans, like anyone who's a little bit bigger than. Thank you.
меня убила? Приглашение мне в организацию скинь. А? Соперником? Да там чек за такой день можно кидать. Ладно, сейчас за ноут. Да там не от тобой не будет, ты тупо друзья и Enter нажимаешь. Всем друзьям кидается. Да. В этот. Да, за ноут там транспорт, где его доставить. А как, моноблок или как он там? Да, погоди. Ну, доставка на склад, на твой, на ТС. Угу. Кстати, а ты какого цвета? Да. Those details. Нихуя, такая тачка подгад и топ. Это у меня рано белого цвета почему-то. Блять. Я думаю, чуваку может пизделей пописать. Хули он тут. Я пока пишу сейчас. Где тут? Пускай подглядит. Вышел, что-то пострадал. Ну, этот чувак там какой-то белый сидит, понятно. Из-за него не было видно. Здесь. В общем, тебе надо 40 тысяч. Уже. Потому что сейчас, если две тачки погадывать. После этого, как тачку доставим, наем на убийцу запускай. Помнишь же, как делать? М, организация... Да, что такое? И там наем на убийцу. Потом в мою уступишь, тоже наем лоу. Ну да, в тот момент его и появился. Там же трансляция идет? Вроде должна идти. А причем без проседов. Ну да, слышу. Ой, уже пролетели. Чуть пиздец, из жопы придется вести ее. Надеюсь, она просто с бомбой. Ну, если она заминирована. Да, у нас бомба, садись. Заебись. Достаем ее без этих. В инвизе. Никто не умеет, что мы тачку доставляем. У нас 2 минуты будет на доставку. Так, не здесь. Ну да еще по...
Будь готова, если кто-то там подвинет, я все равно ебашу. Но никто не видит то, что мы дачку доставляем. К чему? Да естественно. Да благо мы успеем за минуту долететь. А там уже без разницы западет нас. Мы уже будем у склада. Через 50 секунд, да, нас будет видеть все абсолютно, то, что мы эту тачку доставляем. А пока нас не видит. Просто мы отображаемся, как типа в одной тачке едем и все. Ну непонятно, что это тачка на доставку. А так обычно все это, кто у кого видит, там красный ящик или красный тачек, всегда все атакует. Да? Ну, либо это гриферы, либо это нанобы. Ну там впереди крутой чувак. Все. Теперь нас видит все. Так и естественно, вот этот чувак впереди будет агриться, ебашь по нему. Да, он за нами поехал. Не, едет. Он потерялся. Так неизвестно, может там кто-то ехал, чтобы бы въебались, ремонт им платила. А так стоимость абонента он 0 баксов. Я не знаю. На снегу опасно тут управлять. Её заносит туда. Все, мы уходим запускать. У тебя же так получается сейчас 15 тысяч, да? Угу. Ну сейчас мы получим где-то 20 с чем-то там. В общем, два раза по 20 с чем-то сейчас получим. Запускай. Так ты не запустил, а где? Да не события, а на этот. Да наемный? Да он не перебивает, нет. Ну, старт. И? А, во. Вот теперь, да, запустилось, у тебя показано. У меня до этого почему-то не было. Нужны колеса.
ресторан бы поближе. Вот. Этот чувак, этот водитель в этой тачке был так-то. Что такое? У тебя лагает, нет? Ну, дачка нормально движется. У меня тоже ее откидывает. Пешком даю в тачке обычно. Да. От первого лица сможешь. А там угол обзора совершенно другой от первого лица. Да вот тут соседние два каких-то мимо пролетели. Видишь, там впереди. Мы еще дымимся почему-то. Так. Ну понятно. Дотянуть смысла нет. Чем там под конец миссии больше бабла дают. Ну там дали бы имена сколько. Я никогда не тяну. Но когда дают, там в основном 23, 25, 21. Нахуя это неинтересно и долго. Да. Это бессмысленно. Там максимум сколько там? Копейки ты получаешь за эту хуйню. Ступай, погнали. Еще раз. А, вон оно как, блядь. Понятно. У меня тоже таймер, да, нельзя. Ну тогда этот с 100 гигабайт, погнали, сделаем.
Винтом свою мартелу захерачу. Да ладно, ничего не будет. У них так хотят, что вообще? Да? Так, я и не говорил, чтобы куда-то идти. Я отсюда задание сейчас запущу и полетим. Найду только в какую точку лететь. Так, в этот подсыпчик летим. Что я за этим был, за ноутом. Так мне еще дальше. Закрывает, блять. Да это событие нет, это событие тихое в основном. Да. Там чувак в универе просто бегает. В банк? Да, нам сюда. Это... В вертолете осталось, поехали, Лось только звонит. Почему? Почему? Блять. Как меня эта хуйня заебала, позвонил Лось только. И копом сбросить. И с вертолета нахуй, с вертолета. Бегом за мудаком этим оранжевым. Происходит сейчас, я ему пизделей попишу. Вот он, все, я их нельзя тут. Видишь, что, блядь? Вызывай что-нибудь летающее без скоростное. Блядь, бегом за ним. Наконец-то, блядь. Да нет, там еще какой-то пидорас. Пидорас на танке. Ну на этом, на игрушечном. Тут я думаю, чего хули не видно. Че, Лестер, блядь, пидорас? Или как Сарковский пидорас? Там написано, типа, транзакция не удалась, блядь. Там, блядь, какая транзакция может быть, если эта функция бесплатная, блядь. Вот Ванила, он в этом, в Анвизе, что на танке находится. Ну все, в общем, поехали сейчас. К твоему.
складу. Организацию там. У меня приглашение. Я, кстати, подготовь сейчас, чтобы пустую сессию сделать. Чтоб тебя там в одно нажатие окно это остановить. Потому что когда будем тачки доставлять, ты эту вот хуйню замутишь, когда уже... И как он у тебя пока грузится при выезде тут, тогда вот ты остановишь. Я к тебе зайду. Что в этой сессии смысла нет доставлять. Я обязательно эти тачки ем. Ты кинул пилот к машине? Транспортный склад тебе надо. На любое задание тут синяя ТПшность, я тебе подберу. Рядом со складом с... Именно на синюю. Ну. И. Ну, в смысле, становись хостом и выходи в этой правой кнопкой мыши. Это башня. Главное, чтобы ты не полностью в комнату погрузилась. Если ты полностью погружаешь, то тебя, естественно, назад ты башня. Или тебя опять хуй никуда. Попробуй на другую точку. Ну, в смысле, на другое здание. Вон там флажок с тачкой. Ну, если недалеко, то нет. Но я смотрю, ты возле этого клуба находишься моего. Здесь находишься? Погоди, еще. Ты именно через правую кнопку мыши выходишь, да? И не успеваешь в комнату погрузиться? Ну, я имею в виду, минимум появляется, тут же выход нажимать и подтверждать. Да там же ты слышишь, ну, ты слышишь, когда ты в комнату загружаешься, я там вот эти звуки, типа ты с неба спускаешься. Вот эти три звука, чтобы до конца они не прошли. Садись. Там прилично еще ехать. Где?
где, как раз уже здесь садись. Куда потом по дороге? Ты... Какой мой? Твой? Транспортный склад. У тебя там этот обычный склад находится для ящиков, а для тачек вот он, этот склад. Ты чё, забыла? Так ты же видишь то, что значки даже разные. Ты походу и не туда, ты пошлась там походу на это. Хотя странно. Там дождь, такие же задания. Ладно, сейчас подготовь, чтобы пустую сессию сделать. Чтобы одну кнопку... Да. Ну, чтобы у тебя одну кнопку прям нажать было. Чтобы наготове было все это. Пока садись. Как все подготовишь, запускай там. Две тачки, у тебя же они высшего класса обе, да? Ну, глянь. В общем, продавай только вышки. Ну, вроде обе вышки у тебя должны быть. Ну, вот обе продавай. По максимальной стоимости. Ну, ты их выбираешь, потом этот... Модификация за 40 тысяч. Ну, потом там этому... Да-да, вроде бы. Там именно максимальную стоимость. Выбирай. Вот. Да, вот, вот это, да. Вот эту хуйню выбираешь. А соответственно, после того, как мы тачки промодифицируем, ты будешь, вот у тебя черный экран, после того, как черный экран прогрузится, ты появился, тут же нажимай приостановить. Ты же подготовила, чтобы тебе именно одну кнопку нажать, все. Ну все, вот. Просто ты если промедлишь, у тебя тачки сгорят обе. Если ты промедлишь, у тебя вот только картинка появилась, то что ты как бы выгрузилась, тут же нажимай. Да, ну ты просто как черный экран будет, ты свернись, ну, чтобы уже мышка на готове была. И как там прогрузилось, тут же вот нажимай. У тебя... Пока, да. Там же готово, у тебя получается, и ты когда сворачиваешься, у тебя видно же, ну, игра видна на заднем фоне? Нет? Ну, Ctrl-Enter нажми, тогда будет в окне. Сейчас тачку там в одном этом, в каждой секции по одному этому меня и выходи оттуда. Что менять-то? Я не понимаю. Ну, я тебе говорю, в каждом секции по одной детали меняешь и все. Там, если ставишь, добавляешь, без разницы. Там тупо Enter, Enter, выход, выход, Enter, выход. I should work in a pit team. Да нет никакого обучения. Ну, я тебе говорю, мы сейчас модифицируем тачку, вот, я тебе говорю, в каждом отделе меняешь, какую-нибудь любую хуйню ставь и выходи оттуда. Зашла, что-то поменяла, вышла оттуда, все.
И так везде. И Ctrl Enter нажмешь у тебя в окне, чтобы у тебя игра как бы была видна на фоне. Потому что у меня идет окно на весь экран. То есть без рамок. Как бы так удобнее, чем на полной игре. Ничего там не много. Вон все, да, сворачиваешь, сейчас у тебя появится картинка, то, что тебе выгрузилось. И после этого приостановляй. Вот все, давай. Okay, да, да. It's us against them out there. We put a lot into this deal, so let's get it done. Bring the cars to the buyer, look out for other organizations. That's it. Да, разгоняй. Я к тебе полетел. У тебя все нормально? Тачки не сгорели? Но ты едешь нормально, да? Все, все получилось. Просто тебе говорю, если там промедлить и на телефонный звонок успеть ответить, то вот. Тачки могут сгореть. Это тебя как бы от них отключает, и ты в своей сессии. В личной. Естественно, доставляй обе тачки. Да. Если я вертолет вызвал, то ты можешь вертолет бесплатно вызвать через М-организацию, там транспорт организации. Сейчас тебе ее максимально близко подгоню. Тебе до точки понравилось, на сколько ехать? Ты поэтому тебе побег будет доставлять, да? Где-то там? Или именно вот этот в центрах города? Понял. Я понял, да. Я знаю место. Чего это стало? Тачку я вижу, а точку нет. Сельский участок, блин, эту тачку надо доставить. Нет, мне пишут. Обычно это показывают, типа, на свалку надо доставить. А тут пишут в полицейский. Вон там тогда пиздец какой-то. А это специально так сделали.
когда ты тачки доставляешь, там специально будут по так и нагорят в тебя объебаться или подставиться. Я тебе говорю, это все специально, как старые так сделали. Не, иногда попытаются выехать на встречку. У меня такие случаи тоже бывали. Ну, чаще всего на перекрестках какая-нибудь тачка. Либо останавливается посередине, либо машина уезжает. Вот как сейчас, блядь. Остановилась, блядь, перед носом. Минус 200 баксов, короче. Ну, у тебя должно быть... А? Не, у тебя это там мои повреждения не должны засчитываться. Ты должен сесть там, показываться должен быть 0. Вроде бы, если ничего не пофиксили. Я твои доставляю, ты сейчас где? Ну вот, я тут подъехал. Да? Да. Ты думаешь, что я сюда подъехал? Все? Сколько там получил? С учетом повреждений. И ты, кстати, на нее села. Там были повреждения или не было? Сколько с моих? Не, а мои там были учтены или нет? Ну? Почему у тебя... Ну да, 200 тысяч, а ты думал сколько? 3 ляма, это у них цена, это такая. Тебя платят чисто за доставку тачек. Ты чё думал? Сейчас 3 ляма получишь? Не, тебе платят тупо за доставку вот эту комиссию. Так, ну все, у тебя дальше кулдаун на сколько минут идет на доставку тачек. Ты давай ко мне и погнали с убедением. Я не знаю, меня там нет уже. Я на доске. Только нам все сначала с самого. А ты в этот в город едь. Сейчас пока будь в городе, потому что пенни задание подгорит, если все они в город не будут. Там. А? Ты имеешь в виду по времени или штук? Шесть свободные, пять полноценные такие. Ну да. Немало. Ты меня хочешь, нет? Тогда я на нем буду. Он опять транзакция не удалась, блядь, потому что что-то там... Прайс дата, это в смысле как переводится? Прайс дата, как... Да. Ну, прайс дейт. Данные... Какие, блядь? Вот я и думаю, какого хуя, как это словосочетание переводится.
Да там мне постоянно, я как не зайду, мне пишут постоянно. Типа, трансляция не удалась, потому что вот либо произдата, либо там этот, еще какая-то хуйня. Ну да. Так мне это хуйня надоело. Я из этого не могу ни от хопфа избавиться, потому что у меня лоу-лес так там мозги ебет, типа заплати, хотя это услуга бесплатная. Да причем эта хуйня началась после того, как... А? Ну это, возможно, у тебя из-за жесткого такая хуйня бывает. Подгрузка. Вот вся эта хуйня у меня началась после того, как вот я этот квест выполнил на... На 225 тысяч, которые... Тогда и бабки не заплатили, как я понял, после этого нам начало здесь эти ошибки по транзакции. Типа не удалось, не удалось, вечно будет. Ты заебись, я с лестницы спускаюсь, башкой вниз. У тебя тоже 4 звезды. Why, hello, how you doing? How can I help? Ну вот это, блин. Ну-ка, ты вот это. Лос такой зёкни. Только погоди, сядь ко мне, потом звони. Лучше я к тебе сяду. Okay, then. Wow. Да, я к тебе сяду. А ты есть у вертолет какой-нибудь? Я лучше только позвоню сейчас. Ну, телефон доставай, контакты, Ластер. И там избавиться от копов. Да нам было туда ехать назад. Ты звони, звони. Звонится. От копов избавиться там, понизить уровень розыска, что такое. Только уже не надо ничего. А погоди, нихуя звезды-то не пропали, блин. А почему? Там должно быть. Я нихуя не понимаю. Но эта функция доступна, но она пишет на мне, типа, она бесплатная. Воспользоваться не могу, так что... Потому что транзакция, блядь, не удалась. Пиздец какой-то. А ты здесь, на парковке? На каком этаже? Я на третьем уже. Да, убили, в самом низу оказался. Странная хуйня, конечно. Hey, да, я всегда здесь уходил. Но сейчас я не могу из-за того, что транзакция вон. Или инвентарь, или прайс-дата. Инвалид. Так запустите игру или почистите игру каталог. Я попробую снова. Какой. Что там, блин, почистить? Кого?
Ну да. А кстати. Тут я думал, хули у меня постоянно там предупреждение, типа меня могут забанить. Но постоянно смс-ка. У меня постоянно эта смс-ка прилетает здесь, типа. Вы можете быть забанены. Нет, у меня постоянно, я как. Я как захожу в игру, у меня сразу там на мини-карте высвечивается эта хуйня. Так, ладно. Я туда раз в неделю захожу за хату платить. Так в районе когда-то. Не, на хате у меня вещи, которые не хочется терять. Ну, не хотелось бы их терять. У меня там рыбы килограмм на 70. Да надо бы. Только я жду, пока там цены, блядь, повысятся. Ждал, по крайней мере. А сейчас я тупо захожу, за хату заплачу и выхожу. Да надо будет. Да здесь надо, нам надо, блядь, на второй этаж, ёбаный. Попасть, я пытаюсь воду. На второй перевезу. Не, просто мне хочется бан получить за файлов этих хпшных. Ёбаный, блядь. Ну это да. Не, ну как мы не все, я как бы папку с игрой, файлы какие-то левые налетели. Вот что по итогу. Не, ну я-то имею в виду сами файлы игры никакие же не модифицировал. Вот в чем хуйня. Поэтому как бы и банит-то не, ну если бы так кинул с замены, это другое дело. Так как я как бы новые файлы там создались, это так как мусор должен считаться. Да блять, все ты уже. Взлетай. И полетели к чемодану. Так я тоже. Так ты сел за штукал. Ну, в итоге за штукалом оказалось. Не, этим ты их только, не знаю, подразнишь. А у меня, кстати, звезды мигают, я, может быть, уйду от них. Меня не заебали. Лестер нихуя, блядь, мне не помогает. А почему? Hello. What can I do for you? Call back when your brain has started working. Не да я сюда откоп. Вертолет. Да тут. Да ты на вертолет, блядь, сесть. Блять, пиздец, я сейчас всех перестреляю и сяду спокойно. Так, всех мы снова садись. Да заебали. Я думал, все, я ждал, пока там Лестер ответит. А он нихуя.
кажется, да. Ты там садись. Мне кажется, знаешь что, я вот сейчас удалю эти хпшные файлы, а потом раз, захочу туда, блять, вернуться нахуй. Уже взял, садись, полетели, мы дымимся. Так зачем ты? Зачем ты выходила? Так не надо ничего делать. Надо вихтора поменять. Мы на этом не долетим. Да, после того, как удалю, точно захочу. Это ж так всегда работает. I take it this isn't a social call. Позвони еще раз, если... Странная хуйня. Some other time. У тебя точно по звонкам, да? Понизить уровень розыска. Может, а там написано типа с какого-то левела, может быть. Ну это какие-то опции недоступны, потому что левел низкий. Но понизить уровень розыска, это ж... У тебя копы висят? Так, в смысле, висят они? Ну, летай. Да куда мы делаем, блядь, мне тоже надо. Пиздец. А ты зачем сумку взяла? Ты взяла, верни ее назад. В смысле нет, ты с сумкой улетела. Сумку назад верни. Ну ты смотри, вон у тебя сумка. У тебя сумка за спиной. Ах, мне копы эти заебали, пиздец. Ладно, я похавал, похавал.
Никакого хуйня, блин. Понятно. Вертолет Денис. Нужны колеса. Ну, кстати, у меня жлем. Даже закинут. Точно там. Блин, ну вот это реально заебали. Хочется их все стоять и ебать всех. Да я не знаю, блять, этот ЛС так заебал, блядь. Гандон тот еще. Мудак, блин. Транзакции. Копычку эту хуй ладают туда-сюда, ТПшится. Копы лагают. Вихтород, серьезно, блядь? Заебуть же ж. Не видел. Полезно от вихторотов забавляться, тут новые рисаются прям тоже. Хуй нет, я короче на дно, блять. У тебя колонка есть? Уже есть. Сейчас надену и на дно. Это реально хуйня заебала. Не Лестер, главное, блядь, не помогает вообще. Где тут? Все, я поплыл. Если ты меня никто не достанет, то уж точно. Я не думаю, что у них там водолаза есть. Миссия затянулась, я смотрю. Почему ты самое первое задание, блин? Так... Тут все пошло не так. Так тебе говорю, либо тоннель, либо дно. Он 150 тысяч стоит. Тебя не обязательно уходить, ты главное просто там либо живи, либо с копами воюй. Достаточно, чтобы кто-то из нас, а ты взялся от копов и сумку доставил. Все. Я свалил от них. Реально, я на дне озера этого, блядь, бы плавал.
тебя, кстати, все из шкопы, да? Да, их там именно что, блядь, не две, а три штуки, я с этого охуел. А ты даже дохнешь, и звезды не пропадают, да, сейчас? Не, я думал, может быть, я ушел, и может быть, у тебя, да, после смерти. Я забрал, я даже вертолет халявный вызываю в организации, мне это пишет. Да, говно именно. Как залаговалось. Может быть, поправлю файлы с конфликтом идут, которые... Не, имею в виду эти РПшные. Может быть, они как-то... Туннель. Там перемычка такая обычная. Ну, рано или поздно находят. Нужен туннель именно такой, где там. Достаточно глубоких метров, я не знаю. 100-200. Вот город летит. Их слет хватает и летит. Я задание запускаю. Я еще. Но ты будешь ближе к точке уже. Нет. В город летит. У меня тут куча транспорта есть. Ну похуй, сбрасывайся с него. Нам сейчас лететь фото. Я полетел. Да лети, лети. Тебе в этот. В доки лететь. Я на тачке долечу. Тем более тут черный экран, пока это все хуйня пройдет, ты уже на месте профоткаешь все. Okay, head down there. I need you to take some photographs of the place Meriwether wants to do this deal. The Pacific Allied Shipyard. Блять, надо было самолет закрывать. Hey, I don't know how you feel, but in my, I would now say, pretty long experience of doing deals. Да ты же уже там близко. А хотя, блядь. Ты всяко ближе, чем я. Сержант зашел. Сержант. А что, сегодня чувака, ну, в сеть. Сегодня чувака нашел.
мы тоже этот СД делали. У него там почти финалка до подготовительных осталось. И финал. Но ему тоже бабки нужны. Я не видел. Че, настолько все плохо? Я ж тебе говорил, не могла просто с вертолета спрыгнуть, да и все. Ты с конца фотоешь, да? Ну, там тут в начале. Где там отмечено и чё, фоточку? На shift. Shift. ES. Shift. Где игры Shift и S и всплывать идет. В смысле под какой поверхностью? Ничего не было. Ты в текстурах что мы сделали? А, стакан. Чтобы форчик быстро доставать, ты там в этих в опциях телефона поставь на двойное нажатие стрелки вверх, вот это вот, чтобы он форчик сразу доставал. Эту опцию включи. У тебя вертолет достаточно живой или дымится? Один из теплее. Потому что в РДХ ты был бы додохала постоянно от холода. Мне кажется, в этом в GTA 6, наверное, тоже такие фишки сделали, как сейчас в РДХ 2. Я уже полетел. Бывает хуйня, да? Ты в курсе, что у него высота была слишком маленькая? Да и вертолет был дохленький. Спасибо. Так надо было выпрыгивать, видишь, что падаешь. У тебя же парашют есть. У тебя же пальто было, кстати, оденься он. Да какой? Я где-то 1 января зашел, смотрю, сверху лежит. Или 31 этого было. Я не помню, ну, короче, где-то между 31 и 1 уже снег лежал. Я тогда спать пошел, пидорас, меня потом еще разбудили, блядь. С полпервого ночи до полшестого утра, блядь.
пытались меня разбудить. Заебали. Я окна двери все позакрывал, блядь. Но все равно было слышно этих их. Там вроде недалеко от точки, да? Ну, ебашь всех. Ну да. Если ты в гетто находишься, то там лучше с вами чудить, иначе весь район согреется на тебя. Ну, ебашь по всем. Всех, кого видишь, всех уничтожи. Да, какой? Ну так аккуратно из-за укрытия. А, в смысле, взорвали тебя? А, ну там, да, есть, там двое чуваков с этими, с глицатронами бегают. Эта хуйня убивает, да, с одного выстрела, без разницы, в чем ты будешь. Да, но там нигде ты глицатрон не достать, чисто вот на задание, не таких вот. Бывает и на доставках в бункер. Ну так прикольная хуйня. Ты на месте не стой двигать. Уже да. Они даже с одной ракеты не издыхают. Ну бля. Полетели, поехали. Дайте мне вектора, кстати. Вон, вектора для тебя. Чё? Ну, лететь будешь. А со мной ехать бессмысленно. С этой хуйни не пострелять ничего. Ёбану, блядь. Тап пушки включить. Ну, на какой-то смысл. И по пробелам стрелять. Либо там правая или левая кнопка мыши. Да я тут хупа покатаешься на такой хуйне, наверное. Как-нибудь въебался и все, отлетел хупа никуда.
Главное, гнома там не убей. Гнома. Он по пути будет. Справа. Да, гном. А тебе что показалось? А? Хорошо. Только я что-то думаю, у него всегда был 300 такой левел или... Да, мне казалось, у него либо сот с чем-то, либо 200 с чем-то. Такой я кто-то сот. Ну, хуй. Кстати, у тебя здесь сколько FPS со сменом? У меня когда смен, то 30-ка стабильно, особенно когда он тут щелчит. Вот, сейчас он идет, так правило. Да, они одновременно писали, этот здесь, а этот тот, что сержант мне в личку слушал. Все, этот, сержант там хочет с казино объявление провести. Сейчас здесь поможем, и потом к сержанту пойдем. Да. Вносим этот татачка на эти звонили. Fantastic! Now we're better armed than most nation states. If only that was the end game. Well, come to planning when you want to move for that agent. Полетели к нему что-то. Не знаю, что за шум, так что пофиг. Да-да. Полетели. Как ты видишь?
А, вот, вижу, вижу. Да. Ну, я не знаю, так он же не сказал. Он сказал с одной миссией, а с какой не уточнил. Сейчас с Эдом. БТХ со скидкой. Тихо, мог тачку сесть и уехать. Ну, я по трубам не могу, не умею кататься. Что случилось? Я застрял, потолок нет. Ёбаный труп, блять. Я на трупе застрял. Она на пузе, блять. Да вот эту подтолкни мою. Вот. Да она не едет, садись. Да ёбаный, блять. Это говно какое-то. И тачка говно, и еще такие условия тут, блядь. Снег, труп, блядь. Мусор один. Говно. Мусор в виде труп. Ну, так ты видела, там же еще столб какой-то, блядь. Можно было по-тихому подойти к тачке, сесть и все. А он начал кого-то хуй по всем ебашить. О, блин. Что ему миссию на скидку на бета или все что? Oh, hey, Rainbow. What's the deal? Просто я точно такие задания очень давно делал. Там реально либо с офиса, либо с ПКП. Нормально я сел. Чувак хочет так разобраться. Я вот думаю.
Да, гаечный ключ достал, он испугался. Ладно, пойдем вообще с чем-то. Непонятно зачем. Пойдем поиграем. Ну, да. Сначала бухнем. Чё-нибудь. Ну, бухаем, играем. Вон тут стоит выпивка. А, ну вот он задание уже запустил. Не успели. А, нет, это не эти задания. Sure, you may have to pay the piper sometime, but let's all work together to make sure it's not just here. San Andreas, water and power. Travel back in time. When hip hop was real and people still had something to say. WCC. Back up in your ass for 27. Может быть еще в этом, в бункере. Там не задание, там эти. Так и зачем это он запустил, нахуя? Садиться и башить. А всех, кого бы вышел, увидишь. А зачем? Ты почему вечно хочешь самоубиться? Ты за пулемет? Уже все. Мы место сидит, не осадить. А, да. Джонни, куда он сидит?
знает. Хуйню собрать. Все, хуйню. Да не-не, ты можешь просто сидеть. Ага. Свет, ты здесь, нет? Садись, поехали. Да тут чувак сдох. Богдана отдать тебе, может. Это. Ну, чувака с ХПГ ебанули прямом. Поэтому перезапуск. А без сетов нельзя кататься по территории. Да, вот это задание можно в одно пройти. Просто так для количества. Thank you.
Так, где-то кто-то еще. Ладно, пускай он идет. Мы здесь посидим. Потому что чуваки появляются вокруг нас. Неизвестно, кто в нас их погребет, что он. Мам, не можешь? Кто там всех погребет? Где он? Ты его видишь? Его тоже никого не видел. Он видит, он вроде живой. Вот он, блин, всех подгон не стоит. Ну ты где сидишь? Ну давай, мы сзади. А где сидишь, туда и стреляешь? Ну спи, где не советую садиться, видишь, что происходит. Да задание ебанутое, неинтересно. Точно не хочешь? Ну как хочешь. Мы для чего сейчас делаем? Тебе бабки мутим. Попутно бабки мутим. Ты ответь? Или нет? Я говорю, это деньги. Тебе нужны деньги? Так и напиши, я не знаю, нет мотивации. Ответь ему что-нибудь. На АТ отвечать. Ну, в смысле, в чат писать. Это охуенно, нахуй, ник назвала мой. Мазла. Как? Так надо было. Да еще что-то написала? А, нет, уже вот интересно, с чего он там был характерист. Я тоже что-то не понял. Иди. Сиди,
Я как Ньюзел читаю, хуже. Ну это понятно. Ну пускай так. Я тебе говорю, я вижу ее, читаю как Ньюзел. В смысле закрытый открытый? В каком случае открытый? Ты имеешь в виду в начале или в конце, когда? Нет, когда. Или ну, ты. Например, на это открытый слог, то есть это согласное и гласное. А на но. Это закрытый слог, когда гласное с согласными. Я как очень понял, да. Зажато согласными, короче. Если бы у тебя после первой З стояла бы гласная, тогда будет мьюзи было бы. А какую там букву тогда надо добавлять, чтобы как мьюзел читаться? А нахуй с ним. Ладно. Ну, я так понял, тут сессия для своих. Потому что Илья это что-то знакомник. Ой, блядь. А? Нет, их не знаю. Илюху вроде знаю. Остальных. Там Жека, Ашот. Бери. Хватай, бери. Да, хватай. Страховку заплачу, остановлю. Страховка там то ли 10, то ли 20 тысяч. Деньги твои, как бы. Я тебе этого, как его, на тегабайт финалку сделаем, дальше ты сама факлить будешь. Если тебе нужно дебавки. Ты с нами? Или ты на мочке? Да, чувак, как знает, это свои все. Ну вон в чате армянин. А, блядь, понял. Ему в этот. Вот сюда. Я-то думаю, что там?
Я хуй знает, психанул. Я свалюсь. Тут так не работает. А вот в этом в РДР там охуенная физика. Там можно на поезд. Ну там с транспортом только максимум ты коня можешь на поезд закинуть. Но все равно конь стоит на поезде и пизда, там нормально все, он едет. Заходи к нему. Да, вот эта миссия. Вот эта миссия. Заходи. Тут видишь? 2-4, минимум 2 нужно, поэтому. Но все эти миссии можно в одного впускать, как он проходит. Они тут все несложные. Кстати, в РДР мне придется, походу, делать тебя ждать, потому что там я пытался миссию одну пройти, а там нужны люди. Я искал, чисто рандомных, но никто не находил почему-то. Минимум 2 человека. Но эту миссию, походу, никто не делает, что не будет, наверное, в ней смысла. А я их так для галочки хочу сделать. Так. А что мы делаем его, блядь? Эту хуйню занимаемся. Он в этот. Не-не-не, стой, да я спереди сяду. Не-не-не, а ты сади сзади. Ты сади сзади. Смотрите, только отвалился. Нет, он зазря. Я чуваку гагал. Да, кстати. Ну, лучше по земле ехать, потому что на воде он долго плывет. Я его не слышу. Я в смысле, по его действиям говорю. То, что он правильно делает. Блять, а на этой... На трансляцию смотрю. Пропуск кадров пошел. 7000 кадров пропущено уже. Да не в этом дело, не собирается система с трансляцией, потому что у меня нет. Там боковые пушки есть. У меня-то вот это главное, которое крутится он. Ну это понятно, у тебя боковые пушки. Там обзор ограничен. Для БТР ничего не будет. Ты
Только нам ничего не будет в бутылке. Хуйня. Я лично телефон показался, потом исчез. Я забаговал ещё. А у меня тоже всё исчезло, я тупо вот могу только как-то чертить. Больше нихуя. Забаговалось. Возможно, у него там это что-то не было. Понизу здесь тем или ебашим? Понизу или ебашим? Ну я пока жду сигнал. Но те, нас походу сейчас спали, да? Или нет? Не спалили. Не, в том плане то, что либо без палева проходим, либо ебашим всех. Давай. А нет, у нас уже спалили. Нам нагадить надо. Там 4 посылки, ты можешь пока спереди сидеть отстреливать, потому что противники будут. Нет, ты можешь за пушку сесть, там этот F зажимаешь. На это место и все. Садись на заднее, либо веди просто к этому, к входу подходишь и его зажимаешь, просто F нажми. Ну это все сидишь там свободно. Вот это все претензии к дизайнеру, кто это проектировал. Конструктор. Не, ну хочешь, садись впереди, ебашь.
А что ты тут за фобия? Что просто едешь и баш. Нас все равно никто не убьет. Я от меня худел стреляю. Их можно, в принципе, не убивать. Тем более у нас одна жизнь в запасе всегда есть. Так, в РДХ кота нет. Так мы-то сюда зашли из-за чего? Из-за кота, по сути-то. Ну, мы вообще чуваку сейчас помогаем тупо миссию сделать. Он же попросил. Поэтому тут без разницы. Не голосовать, продолжить. Чё-нибудь и энтер. Ну и тогда эскейп, потом энтер. Там дизлайк, лайк, либо не голосовать. Тебе первым делом надо этот SSD в любом случае покупать, потому что а то будем в РДХ бегать как два нуба, нихуя не знать чё кого там. Я поначалу-то бегал, блять, у меня там чувак, я где-то на... Ну, знаешь, это лучше, когда два нуба бегаешь, не знаю, с чем бы ты меня будешь опять протаскивать через... Я не могу. Так мы... Я вообще ничего не хочу и не понимаю и так далее. Так в смысле протаскивать? Мы будем твои задания выполнять. Ты отряд создашь, и я тебе буду помогать делать. То, что ты там будешь смотреть. Я там всего лишь 20-й левел. Всего лишь. Да. Я там не особо сильно раскачался. Я там до сих пор, я тебе говорю, все, что узнал, это вот, где какие... Я его специально не качал, я особо не заморачивался. Там я постарал, можно найти, и с коллекционером быть, то там по 60 тысяч опыта валится. Это прям подохуя. Я вот за какое, я какого числа взял? А где-то ты там часов за 40. У меня 20 левел. Немало. Ну, так типа хочу и говорю, ну что. Я там особо сильно и не раскачивался специально. Я говорю, немало 40 часов за 20 уровней. Это пиздец как. Ты смеешь, что можно быть быстрее? Да. Не, если бы я хотел быстрее раскачаться, то и там можно намного быстрее раскачаться. Так понятно, у меня ошибка. Я вот в одиночку вылечу. А тебе говорю, за все 40 часов я вот более-менее предрочился к стрельбе, потому что она там сложная достаточно. И эти более-менее узнал, где что растет, где какие животные водятся. Все, на этом. И, естественно, пригодился. Миссия это вообще немножко повыполнял и забросил. В основном я долго к стрельбе прокачивался, потому что там прицел у тебя вон плавающий. Плюс все так быстро двигаются, там и ты хуй на башку наведешься.
И там еще такое освещение, то что ты и врага-то не сразу замечаешь, потому что он с местностью сливается. Там, в общем, в плане PvP там все очень сложно. Не так сложно, как в КС-ке, потому что там физика, как не бактер, но все равно. Ну а здесь другие вот факты. PvP сейчас там сложно. Еще в рукопашной драке я там не совсем понял, как блоки ставить. А, ну и побольше, я там несколько дней подряд в этом фокере нахуй. Чисто весь день проводил, сидел, ебашил. Ну, наверное, еще. В любом случае, заходи ко мне. Раскладка. Правильно же не все. Ты у тебя где тут? Да, чувак, спрашивает, голосовой чат есть? Ему нужно. Так ты меня слышишь? Меня в игре слышно или нет? Да я главное чувака слышу, а он меня, так понял, нихуя не слышит. Так я вот только что сказал, ты слышала или нет? Нет, в игре. Ты слышала? Да нет, я у меня голосовой чат на друзей настрою. И сейчас не слышно?
Так, ты слышно или нет? Блять. В игре должно быть слышно. Ну да. Все еще не слышно? Ну хай, зайди ко мне на хату. Может, да, не надо так? Ну, что-нибудь. Ничего нет, да? Ты же видишь то, что у меня как бы над башкой вот эта хуйня горит, когда я пизжу, да? Чего-нибудь. Либо в этом Z нажми, и там должен быть показано. Или там тоже нихуя нет. Не знаю, у меня уже такое состоит вот этот микрофон. И этот же микрофон у меня стоит и в этом. И в ДК. Это Эдом, блядь. Микшер. Это с этих. С Рейзера. Ну, с наушников микрофон. И вот этот микрофон, который отдельно идет. Три устройства вот. А ну-ка, а ты в игре что-нибудь скажи. Н. Ну, N английская, зажимаешь и говоришь. Еще что-нибудь скажи. Нет, нету ничего. В этот настройки зайди и этот голосовой чат. Че у тебя там стоит? Вон, я вообще у тебя включу. А, ну понятно. Тут ты меня и не слышишь. Включай. Теперь ты меня слышишь? А, ну а ты что-нибудь скажи. Чё за... Нет. Так не хватайся. Давай. Ну, у меня голосовой чат только на своих настроях. Ну, в смысле, на друзей. Да, голосовой чат М нажми, и там настрой на сверх, да и все. Совершенно друзей. Да не выключай, мне надо что-нибудь, блять, мне настроить. Я не пойму почему. В ХП все нормально, слышно при таких же настройках, а здесь нихуя. Главное, в настройках я сам себя слышу. Все нормально у меня настроено.
soon. Yes, yes. Да, блядь! Пидахас. Пидарас этот, блядь, позвонил мне, все сбил, что-то. Да мудак, LGTI какой-то там, блядь. С мотоклуба хуй. Заебал. Надо, короче, вот еще что сделать. Пройтись по всем предприятиям, нахуй все отправлять, меня это заебало, и вот звонки предвечные. У меня голосовой чат на друзей. И ты слышишь? You've got to help me, man. Ну вот. Да, я иду на кнопку. Погоди. Что он там писал? Сейчас включу что-нибудь где-то. Какое ему имя назвать? Ну, он, чувак, спрашивает, как тебя зовут, и нас слышь. Звезда. Так. А меня все так же не слышно, да? Я хуй знаю, что он говорит, я чат на всех сейчас включил. Я никого не слышу. Ой, я хуй знаю, блядь, что я с этим. Вся хуй знаю. И если они говорят, я их не слышу. Чего они будут говорить? Ну, нихуя. У меня показывает, типа, нормально все идет. Типа,
И в настройках я тебе говорю, я вот тест там включил, в своих настройках, я сам себя слышу. То есть... Давай. Ебать нахуй все залагало. А какой значок я даже не пиздел? Нет. Вот я сейчас пизжу. Ничего я не писал. У меня сейчас микрофон выключен. Хуй знает. Я хуй знает, может быть из-за этих файлов, этих РП-шных, у меня что-то тут сбилось. Но в РП меня вот с такими настройками все было нормально слышно. И я все слышал, и меня все слышали, а почему... Пс, я хуй. Нет, я чувака вот этого, сержант, слышал, как вот только в сессию зашли. Я его слышу. Сообщения-то идут от меня? Ой, я всех выгнал, да? А чё они говорят, погоди? Чё они говорят? Попробую этот. Ну-ка, включить, выключить. Тут тоже. А если эти... Знаешь, что я подумал? Этот микрофон сейчас включу, который с ушей идет. Я попробую через него впереди. Okay, I'll be by to pick up my laundry. Later, Pops. Так, вроде включился. Сейчас же. Да я на улице. Ну-ка, здесь-то слышно? Нет, в настройках все слышно, а здесь я хуй знает, надо поговорить. Это у тебя включено? И меня все равно все еще не слышно, да? А, блин. Видимо, что-то... Я понял, почему меня не слышно. Мне в сообщениях там выдавало, типа, у вас там какие-то нахуй файлы изменены, поэтому мы замьютили. Поэтому я и пиздеть не могу. Я только сейчас понял, блин.
блядь, как ты нахуй заеб, блядь? Hey. Мудак ёбаный, блядь. Меня он просто, блядь, бесит. Хочется, блядь, нахуй... Этот? Где он тут? LGT. Мне постоянно названивает. Со своим этим. Иди продай то, иди продай все. Мокрый наград, что, блядь? Просто это, как... этого Олега Брейна, знаешь? А? Или этого Алекса Позитивного, знаешь? Да-да-да, вот. Так у них этот клан называется Мокрый Виноград. Я хуй знает. Возможно... Да, блядь. Чувак-то точно нет, потому что они только на PS-ке играют. Это во-первых, во-вторых... клан... Нет, это нет, ладно, у них там на этом логотипе лось изображен. Так, гном в офисе, я так понял, а этот сержант что-нибудь где делает. Ладно, садись, поехали. Да я хуй знает, все авкают или они о чем-то пиздят? О чем они пиздят? Кто кого призывал? А, ну, видимо, тоже ему названивают все подряд. Просто тем, у кого вообще ничего нет, там, блядь, звонки ото всех. Ну, а пойдем это, блядь, хуй сделаем. Так, где эта хуйня? Ой, блядь. Далеко. Тогда вот сюда ты пошёлся. Вот это последнее сообщение Жлидна, которое я написал. Просто я не пойму, блядь. Тут иногда бывает хуйня с чатом, то что... Этого... Это приглашение есть? Понимай? Да погоди, потом поговори. А? Гандон. Да-да-да.
А ты как поняла, что именно сюда ты пошла надо? А, да ну, поехали. А я не понял. А почему этот байк? Тот что, взорвали что ли? Я бы просто этот не вызывал, у меня был МК-2. Ну-ка, я поговорю вообще. Это обычный МК-1. All our operators are on call right now. Нет, мотоцикл целый. Ну ты же видишь, зеленый или какой-то? Ну вот. Это голубой, по-твоему, цвет? Мне кажется... Не, этот какой-то нет, такого он какого-то цвета, ближе к серому, нет? Да он какой-то синий-серый. Да не, так голубого, он совершенно другого цвета. Нет, у этого цвета должен быть должно быть какое-то название, я хуй знаю. Это просто есть несколько таких цветов. Хотя хуй поймешь, какого они цвета. Молчал. Не, ну вообще я просто говорю, кто тебя там спрашивает? Ну этот сержант с Дэном. Вон. А, Денис? Да. Я так понял, они между собой там что-то пиздили, да? Ну вот. Их пытаться поднимем, но пойдем и больше. At the end of the day, nothing beats a bit of physical marketing. You're gonna do it old school and put fly posters up around the city. Get to work. А у тебя самых появилось, да? Holy shit. Ну вот. Motherfucking shit. Hey girl!
скажи, зачем мне мод дали? За эти файлы или... Я просто никогда по войсу не пиздел ни с кем. Или это там этот блохастый что-то намутил мне. Не, он может все. У него там чит, знаешь. Там дохуя каких функций. Поэтому я думаю, либо он, либо баги, может быть, либо эти файлы всех прошли. Попробую сначала эти файлы удалить. Да надо будет. Блять, там снег сейчас, а я нихуя не одетый. На X нажми, E и Ctrl, и ты взлетишь. Ты не клавиши. Ну, нажимаешь X, у тебя открывается скрыли. Нажимаешь E, у тебя появляется ускорение. Потом Ctrl, ты взлетаешь. Это не факт. С ускорением всяко быстрее нажимай ее на Е. Леха еще какой-то. Леха, я не знаю. Ну, видимо, на сегодня у них там что-то меняется. Этот план. Вот знаешь, мне что нравится в этом, в агенте, он по пустячкам не названивает. Вот там лежит на бункере полный склад товара, который уже продавать надо. А он не названивает за столько времени, ни разу не позвонил. Даже когда мой бункер грабят, он тоже не звонит. Поэтому...
А куда гном делся, кстати? Я чуть не заметил, как он вышел. Так, тигр, с крыльями он нормальный. Я тебе могу метку на него поставить, ты должна его увидеть. А, ты его нашла, мотоцикл. Тогда на эту точку только в пахах там находится, на нее видишь? Ну, тогда мне смотришь. Нихуя там, блядь, где эта точка находится? Че, как будто в шопе, блядь. А ты чё, всё, мотоцикл потеряла? Ты здесь, нет? Так ты бы сказал, я бы точку, метку на него поставил, а ты бы нашла его. Я тебе говорю, я бы метку поставил, и ты бы его нашла. Он где-то его потерял, а там лежит. Лежал бы. Нет, это моя метка. Тебе в этот фах едь. Где там? Можешь. Я вроде ее снял. Я не знаю, что ты не транслируешь. Чтобы дохуя каких-то моментов смешных бывает. Ну так, это же самое смешное.
тогда. У нас там. Где он там? Ох, блядь, он в жопе находится. Amazing. Куда он будет поехать? Да, я и не слышу, и сам не могу пиздить, что я замечу. Да, непонятно из-за чего. Баг, код, либо файлы и так далее. Давай попробую. Но мут сразу не снимется. Да, ты бы заберу вот сейчас. Могу задание какое-нибудь еще одно запустить, надо? Лет, блядь, тебя сломали. Блядь. Колес. Ну, попробуй взлететь на нем. Я построил. Куда ты упрашиваешься? Ну-ка. Ну, нахрен. Мне показалось, типа он наполовину в здании.
где у них там? А, пойдем. Изёвая. Ну да. Делать нечего. Заебись, ты чё вышла? Взяла, вышла. Ты... Снимай. Ты нахуй сама вышел. Вон там как гора по нему поднимается. Ну... Ладно, я спущусь. Да вот кран, вот лестница. Я уж понял. Вон, садись за штурвал. Ты там все равно будешь. Все что угодно, все что хочешь, или тебе задание запустить? М? Но там без разницы, выполнишь, не выполнишь, попытаешься зато. Идем от школы. Штурвал, да? Тебя откинуло. Почему тебе так от... Ух, ёпта, блядь. Вторичку пизда. Да я его доебенял до конца. Вроде там.
В общем, на метку едь, там будет банк. Всех убывай и заходи, и бери сумку. Ну вон, я тебе метку поставил. Видно? Рядом с этим, с кинотеатром вторым. Нет, кинотеатр второй найди. 21-й он в списке. Рядом с ним метка. Ты метку мою должна видеть, ты же в организации. Да как? В транспорт сеть. Да за метка с этого, с организации. Садись. Сейчас есть? Ну, туда едь. Сейчас мотоцикл возьмите. Вот за этим стоит мотоцикл, садись. Я отойду на 2 минуты. Мотоцикл одноместный. На машине ты долго будешь из этой жопы добираться. Я полечу в любом случае. Ладно, я отошел на 2 минуты.
написать через Т. В организацию, да. Приглашение было? Почему можешь? Ящик... Ну, правильно. Так. Ты на каком? Ну, МК-2, правильно. Садится. Пробел нажимаешь, садишься. Ну да, когда он задвигает, садится потихоньку. Зачем я только пробел нажму? Да. Ну ах, стойки. Ты оценки охуеешь. Блин. Ты понимаешь, то что самая дорогая здесь хуйня — это яхта, она 8 миллионов стоит. Это хуйня в другом. Чтобы этот мостик надо купить, тебе нужен терабайт. Чтобы терабайт купить, тебе нужен ночной клуб. Тут такая вот хуйня. Ну все, в итоге, да, у тебя будет там несколько лямов. Лямов 5, наверное, да. Ну если там... А, вот запускал. Там смс. Заходи. Да-да. Да-да. Здесь все то же самое, что мы делали с тобой. Ответь. Ну, сейчас через этот. В тачку сядешь, ответь. Во-первых, не он, а она. Не, ну как хочешь, в принципе. Ну, сейчас в тачку сядешь. Только ко мне сядешь. Не, в смысле быстрее долетим в моей тачке. Avon is preparing for war, alright? I'm not prejudiced. You folks can roar all they like. I read about it online and frown and then go and plan a cash depot robbery. It doesn't really bother me. But the government is paying us to stop this particular war. So let's maybe do that, you know, before it gets really heavy. This last part of Avon proof of operation. Да не, он это видит. Ну вот давай поменяться. Of a lotto jet to bomb them to crap. Those frequencies of Avon's you grabbed are installed.
Он уже мой лобус, что-то, блядь, не понимаю. Но он этой шутки не понял. Напиши, что ты уже финал этой миссии проходила. Да напиши, то что я проходил. Мы же с тобой вдвоем проходили. Что? Да. Да я ему напишу, то что мы, ты финал этой миссии уже проходил, чтобы он понимал. А? Я хуй знаю, что он будет, не нервничать или беситься. Я костюмы оставил свои, которых мы убили. А он там эту опцию не менял. Okay. Get in your plane, take off and get bombing. Broadcasting Avon's air frequency, so the ground missiles won't target you, but anything air count for. Или не летали. Ты тоже садись? Тут две такое. Да. Ну, если хочешь на нижнюю, то сначала зажми. А потом. Так это еще кто такой? Ну, кто это? Я так их не знаю. Ну присоединился через кого-то. Походу делал через этого, через сержанта присоединился. Если он в друзьях у него находится. Либо он автоинвайт кинул и рандомный чувак вот присоединился. Ну то самолет тогда вертолет избивает.